Иное измерение русской культуры. Александр Твардовский. Пускай сегодняшний вчерашний день обернется трудовой. Читает Евгений Бразов-Брушковский. Пускай сегодняшний вчерашним день обернется трудовой. Он на счету твоем всегдашнем. Он — жизнь, и ты при нем живой. Пускай другой иначе судит, что жизнь на малый срок дана. На тот же срок она да будет лишь делом избранным полна. А если сил и жизни целой, готовой для любых затрат, не хватит вдруг, чтоб кончить дело, то ты уже не виноват. 1951 год. Читано по изданию. Александр Твардовский. Послевоенные стихи. 1945-1952. Москва. Издательство «Молодая гвардия». 1952 год.